Здравствуйте! С вами Татьяна Шахбандер, психолог, арт-терапевт и коуч здоровья. И снова я показываю вам виды Аризоны, это Скоттсдейл. И это действительно очень красивый штат, но он не просто красивый, тут все, конечно, прекрасно, пальмы, горы, но он уникальный в своем роде, потому что только тут растут эти кактусы, вот слева, посмотрите, такие классические, как в мультиках рисуют. Это кактусы Сонора. И вот именно этим это место уникально. И я хочу сегодня снова поговорить про нашу уникальность, а именно о нашем предназначении. Потому что именно когда мы исполняем свое предназначение, мы испытываем глубокое чувство счастья и смысла нашей жизни. Потому что это наша задача. И Творец заложил в каждого из нас какую-то задачу, миссию. И когда мы находим ее, когда мы понимаем эту миссию и начинаем ее выполнять, мы чувствуем вот это единение с миром. И это очень важно, потому что нам с детства закладываются какие-то установки, что жизнь — это борьба, что нужно конкурировать, что нужно бороться и локтями пробивать себе путь к счастью, к славе, к успеху. На самом деле это не так. Мне нравится, как это написала об этом Регина Брэд в своей книге «Будь чудом», что в этом мире Бог создал для тебя особенное место. Его не имеет права занять никто другой. Я тоже к этому прихожу, я в это верю. И вот действительно, вот есть много врачей, но вот кто-то один вот от Бога врач, он тут в своей узкой сфере будет уникальным. Много писателей, но вот именно этот автор может донести до какого-то круга читателей, достучаться до их сердец. Есть много учителей, много психологов, много мастеров, но каждый имеет свою какую-то особенность, свою какую-то уникальность, и это очень важно, эту уникальность понять. Я вот написала вчера статью, ее можно прочитать на сайте, название сайта есть в описании этого видео, psi-mamatu.com. И в этой статье я подробно написала, как, ну, образно, что такое предназначение, как важно понять, что это такое, и те пункты, которые помогут нам найти свое предназначение. Вот, поэтому, если вам интересно, заходите, читайте. И коротко эти пункты звучат так. Во-первых, нужно делать то, что приносит удовольствие. Во-вторых, нужно понять, как вот это дело, которое мы любим, может быть полезным другим, потому что наше предназначение в служении людям. Стать в этом деле уникальным профессионалом, специалистом, экспертом. Поборов все свои страхи, потому что часто стоят на пороге нашей реализации, нашего предназначения страхи. Быть непонятым, быть осужденным, что еще уже поздно, или какие-то любые другие страхи. Ну и научиться за это брать деньги, потому что если мы не будем принимать финансовое вознаграждение за нашу затраченную энергию, пусть это и приносит нам удовольствие, но потом может прийти эмоциональное выгорание. Поэтому важно уметь и принимать деньги, материальные блага тоже. Благодарю вас за внимание. С вами была Татьяна Шахбандер. И до новых встреч!